Каппадокия. Посмотрите на карту, вы смотрели уже Каппадокия, где возрастал и спасся Григорий, просветитель Армении, стал христианином там. Историк Карташов дает поэтическую картину, говорит, Каппадокия – просторное место, место больших имений. Она похожа на нашу Среднюю Россию, которая дала миру наших великих писателей. Там и Тургенев был, там и Лесков был, там и Толстой был. Там. В общем, это имеется в виду, когда много земли, большие просторы, большие дома, можно собираться вместе, много свободного времени, можно обсуждать. Понимаете ли, три каппадокийца, Василий Великий и его родной брат Григорий Нисский, который не мог проявиться при его жизни, потому что старший великий брат, он его как-то это забивал. После его смерти он расцвел. И Назианзин – это был его друг, с которым вместе они ходили в Афинский университет, они учились вместе. И вот они три, все это были епископы. Назианзин в Назианзе, Ниски в Нисе, это по имени их епархии, их место, где они служили. И они, собственно, они продолжали обсуждать никейский символ веры и обнаружили, что беда Афанасия, он не четко, его богословие, я вам говорила, оно похоже, наше богословие, как математика. Неточность. Понятие у Афанасия. Я сейчас прочитаю, какие неточности они обнаружили. Например, он говорит, целая природа слова, природное единство звучит по-монофизитски, то есть как будто бы только одна природа. Человечество – это храм божества. Это звучит по-несториански, но это вы еще не знаете этих ересей. Это, человек – это храм божества, так красиво звучит. Но богословски это получается, что Бог вселился в человека и живет в нем, не имеет отдельного существования. Слияние звучит по-монофизитски, соприкасание звучит по-несториански. То есть, как ни скажешь, ты попадаешь в ту или иную ересь. И Карташов пишет, провалы ереси, воздушные дыры из-за относительности всякого богословия. Относительность всякого богословия, потому что, ну, вот, чуть по-другому скажешь, и ты оказываешься в какой-то ереси. Так вот, эти три каппадокийца, собственно, сделали то, что никейский символ веры получил завершенность. Во-первых, они ввели понятие третьего члена, о Духе Святом. У вас есть символ веры, да? Вот в Никее было только семь пунктов. Его же царствие не будет конца, да? И еще было приписано и в Духа Святого, все. Ну, потому что еще Христос сказал, крестите во имя Отца и Сына и Духа. Поэтому и в Духа Святого верим. А кто он такой и как он соотносится с другими ипостасями, было непонятно. Дальнейшие члены, 8, 9, 10, вот это все будут великие каппадокийцы, они добавят. И еще, что они сделают? Они попытаются совершенно по-другому объяснить вот это вот единосущее в трех ипостасях. Потому что, понимаете ли, ну трудно понять, ну как это? Ведь все-таки отец есть отец, сын есть сын, дух есть дух. И как же говорить единосущность, когда все-таки это же разница? И они, великое было в том, что они сказали, у них единая сущность, но у них разные внутри отношения. Я вам, помните, треугольник рисовала. Сын не есть отец, отец не есть дух. Вот. Они внутри себя
имеют разные отношения, имея одну и ту же сущность. Очень интересное определение. Это каппадокийцы. Они подошли к единосущности божества не со стороны единосущие, а со стороны ипостасии, показав, что ипостаси – это, собственно, это не есть существенные отличия, а это их внутренние отношения. Отношения как отца к сыну. Вы знаете, что у нас этот замечательный наш живописец русский, Андрей Рублев, Троицу нарисовал. Все знают эту картину. Он замечательно выразил вот все богословие. Когда один наклоняет к другому, этот протягивает руку к этому, этот, и все вокруг этой чаши с кровью. Чаша, где агнец закланный. Понимаете ли? И показана такая, крылья касаются один другого, единство, любовь, мир. И каждый отвечает другому, и каждый протягивает какие-то жесты, объединяющие их. Поэтому разница в их отношениях при одной сущности. Вот это вы хорошо поняли? Это вклад каппадокийцев. И потом они о Духе Святом сказали. Когда, значит, после Никейского собора продолжались всевозможные бури и волны, появился такой Маркел, ересь Маркела была в том, он сказал, что все-таки Христос меньше Отца, потому что в Библии написано, что наконец, после завершения всех процессов на земле, Сын сам подчинится Отцу и все отдаст Ему. И Маркел говорил на этом основании, что он меньше, что все-таки он потом все Отцу отдаст. Но понимаете ли, в чем дело? У нас же есть слова «Царство его не будет конца». Поэтому понимание, тем более это только в одном месте, что все отдаст Отцу, и в каком смысле это понимать, то есть это надо отдельно рассматривать. Это не есть утверждение, что Христос ниже Отца. Вот эти три каппадокийца, они вот уточнили понятие единосущности и ипостаси, тем более, потому что ипостась понималась как синоним то сущности, то личности. И они подошли со стороны единосущей, а не со стороны, не со стороны единосущей, а со стороны ипостаси. Освободили никейский символ от налета савелианства. Савелианство или модализм значит, никейский символ имел налет савелианства, что где-то в роли Бог выступает в роли отца, где-то в роли сына. Ну, савелианство – это модализм. Маска греческая одевается то одного, то другого. И вот такой был налет. И, в общем, это вот каппадокийцы освободили это. Главные богословские труды Василия Великого против Евномия – книга о Святом Духе. Григорий Назианзин, у него 5 слов. Эти, каждое слово – это проповедь. И очень большая проповедь. Так что эти 5 слов, они всю книгу занимают. Но за это он назван был богословом. Григорий Назианзин и Григорий Богослов – это одно и то же лицо. И Григорий Ниский к Евлавию, что не три Бога, что не три Бога. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Теперь послушайте, пожалуйста, про Феодосия. И про его решимость восстановить везде ортодоксию, убрать арианских епископов и поставить ортодоксальных епископов, правильно верующих, по никейскому символу веры. Значит, Карташов дает
очень яркую картину со слов Григория Назянзина. Григорий Назянзин, будучи где-то в Константинополе, прочитал он в какой-то часовне эти пять слов, был прозван богословом, и Феодосий Великий по прозвищу императора Востока, он решил с помощью, в общем, поставить Григория во главе главной, в общем, во главе главных церквей Константинополя. И Григорий описывает это так. Это походило на взятие города штурмом. Впереди, значит, в общем, шли войска императора. Сам император шел с нами. Во главе всего я грешный, худенький, с постами, аскетической этой жизнью. Человек богатей. Они все были великие мыслители, и они совершенно не были какого-то вида такого богатырского вот, внешне. И вот среди всех, впереди идет он, помирая от ужаса. Значит, все, на всех балконах гроздья людей висят, свешиваются, все кричат, все что-то швыряют, значит, в это шествие. Это идет Феодосий Великий, ставит на престол Центрального собора Константинопольского, ставить этого Григория, чтобы он был епископом. Ну, и... А народ против был? А народ... Все были арианцы. И везде были арианские епископы. И, в общем, он когда описывает это как штурм города. Единственный момент только был, это когда там дождь все собирался, а когда он вошел, входил уже в храм, вдруг тучи разорвались, а солнце ярко залило все. И это суеверный народ склонило принять Григория, что это знак с неба. Его ввели. И вот посадили его на этот престол, и он так очень себя несчастно там чувствовал. Понимаете ли, в чем дело? Наверху всегда интриги. Там к нему какой-то один из епископов подольстился, в дружбе объяснялся, тот ему доверчиво открылся. Но понимаете ли, человек из какого-то Назианза, как мы скажем, провинция, и вдруг... И вот такая лесть хитрая, и все, он принял все за чистую монету. А тот, оказывается, под него копал, хотел его сбросить, оппозицию ему сделать. Понимаете ли, врагом оказался. А тот его добродушно принял, гостеприимство ему оказал. Ну, в общем, так что он там очень недолго, года, по-моему, не пробыл на этом епископстве, и сбежал в свой Назианз. Сам убежал. Да. Во время этих соборов произошло еще событие, когда Константинополь потребовал, чтобы его признали тоже, ну, равным Риму по величию. И в уме народном застряла мысль такая, что там, где император, там тоже богословское и церковное величие, раз там император. То есть на Востоке очень сильно было вот это слияние власти, светской власти, церковной.